Сдал душноватый, конечно, надо, чтобы у них там вентиляция была получше. Кондиционер, когда полный зал, то... В прошлый раз вы некоторые места свободны, а вы да? Да. Почти полный. Мы пришли уже в полный зал. Все, сказали, на этом пойдете, мы говорим, еще как-то надо. Ну, я довольна, я все снимаю. Самое главное, Люда, что Антошка выступал против цыган, он же вообще игнорировал цыганские песни. А ну сам спел прекрасно. Какой Антон? А? Младший? Младший. Да. Который в костюме? Да, который он не одевал. Ну да, не одевал. Установленное соединение со спутниками. А кто-то костюм, не был в костюме. Ой, что такое? А кругом одни, одни... ДТП. Ой, вот это. Кругом одни. Уже ГАИ приехали, чтобы Смоленский. Ой, две, а тут две вот. И там машины, три машины. На перекрестке. Нифига себе, да. Да, вот побито. Посмотри, бампер отвалился. В этой. А этой сзади ничего. Нет, сзади тоже что-то у него, видимо. Ага, с номером номер там. Да. Вот так вот. Вот сколько машин в городе сейчас. Да. Ой, ты смотри, сколько ДТП. Это где у нас здесь? На... Не вижу ничего. Степана Разина. Ой, боюсь, еще так стоят неудачно. Три машины.